فزت ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صل على علي ابن موسى الرضا واتقي لي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى Бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые телезрители, мы снова с вами. Приветствуем вас. Мы продолжаем нашу передачу, посвященную мученической смерти Фатимы Захры. И как всегда, мы пригласили нашего гостя, шейх Курбан. Шейх Курбан, ассаляму алейкум ва рахматуллахи. Алейкум ассаляму ва рахматуллахи. Шейх Курбан, если говорить вкратце, мы с вами говорили на прошлой передаче о тех событиях, которые уже происходили после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы сказали, что и даже здесь мы наблюдаем, скажем так, великую роль Фатимы Захры, саламуллах алейха, которая она была, которая была возложена на нее после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но мы наблюдаем некие события, которые происходили после смерти нашего пророка, салаутуллах. И одним из этих событий являлось именно то, что они отобрали у Фатимы Захры ее право, а это именно фадак, который был дарован Фатиме Захре, саламуллах алейха. И, как мы говорили, на это есть указание в Коране, где Всевышний Аллах говорит, чтобы посланник Аллаха даровал право своим ближайшим, и в том числе это Фатима Захра, так как мы указали на тафсир, в котором говорится, что здесь имеется в виду именно дарование фадака Фатиме Захре, саламуллах алейха. Хотелось бы продолжить, что происходило дальше и зачем надо было отбирать фадак у Фатимы Захры, саламуллах алейха. Ауду биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин, ва муин, ва салату ва саламу аля сайид ламбияй ва ламурсалин, ва аля алихи тайбин ат-тахирин ал-маасумин, ва ланату ад-даимату аля адаихи маджмаин, иля киям йоуми ад-дин. Я в первую очередь приветствую дорогих зрителей Хайди ТВ-3. О том, почему это движение и партия лицемерия решила отобрать это фадаку, ее светлость Фатима Захра, саламуллах алейха. Этот вопрос проясняется с учетом того, что мы говорили ранее о том, что эта земля была предназначена для того, чтобы быть поддержкой, быть финансовой основой и финансовым подкреплением для учения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подарил эту землю. Огромная земля. Это огромный финансовый источник. Опять-таки, если сравнивать с сегодняшним днем, это огромная корпорация, огромная компания по тем меркам, по меркам того времени. То есть это большой источник финансов, большой источник материальной ценности. И даровав это своей дочери, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, даровав по приказу Всевышнего, опять-таки посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего сам по своему желанию, по своему пристрастию ничего не делал. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Сам Всевышний говорит, что он ничего не говорит по своему желанию, по своему пристрастию. Он все, что говорит, это откровение неспосылаемое. И то же самое касается и действий, и поступков, которые совершал его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому подарок, который он сделал ее светлости Фатиме Захра, саламуллах алейхи, это был приказ Всевышнего, по приказу Всевышнего. И в чем был смысл этого подарка? Почему Всевышний приказал своему посланнику даровать его дочери огромный источник финансов? Почему
этот огромный источник финансов должен был находиться именно в руках одного человека, именно ее светлости Фатима Захра, саламу алейха. Да, вот тоже интересный вопрос. Почему именно Фатима Захра? Почему не имам Али? Почему не кто-то другой? А именно Фатима Захра? Здесь можем задаться вопросом, да? Угу. Что задаться вопросом и спросить, а это имущество было даровано для того, чтобы она жила и выживала на это средство? Это, конечно же, не так. Потому что это была слишком большая материальная ценность, это был слишком большой капитал, чтобы он был дарован ей для того, чтобы она жила на это. Нет, это было нечто намного большее. И эти средства были задуманы, и был подарок сделан с той целью, чтобы ее светлость Фатима Заһра, саламу алейха, с помощью этих средств, после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, могла противодействуя партии лицемерия и движению лицемерия, движению сакифы, противодействуя этому, сохранять свет Аллаха. Несмотря хранить на то предательство, которое будет, да, в будущем. Да, несмотря на это. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал все, чтобы предотвратить это предательство. Но произошло то, что все равно произошло. Потому что вспомнить хотя бы бедствие четверга, когда его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не сумел отправить это войско, они его ослушались. Не смог это войско лицемерия и войско вредителей отправить на войну с Византией до своей смерти, чтобы спокойно уйти из этого мира и чтобы не произошло той фитны и той смуты, которая произошла. Чтобы они не натворили смуту и их отправлял. Но они его слушались, несмотря на все его настаивания, на все его речи, в том числе и проклинания в адрес тех, кто не отправится на войну. Они все-таки не отправились, и тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал дополнительную попытку оставить письменное завещание, которое могло бы им помешать совершить то, что они совершили под сакифой. Но и завещание они не позволили ему написать. Шейх Курбан, наверняка у наших телезрителей, вот пока они вас слушают, возникает такой вопрос. Если посланник Аллаха знал про этих лицемеров и про те действия, которые они могут совершить в будущем, навредить религии Аллаха, то почему же он не предпринял какие-то меры относительно этого? Почему он не боролся с этими лицемерами именно наяву? Так а о чем мы говорим? Мы говорим о борьбе. Это разве не борьба, попытка? Что еще мог посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сделать? Он назначил Али ибн Аби Талиб, алейхиссалям, при присутствии 100, почти 30 тысяч человек, назначил своим наместником и халифом. Разве нет? Это да, но он что мог еще бы покончить бы ими, допустим. Что сделать? Прошу прощения, допустим, убить их, приказать убить. Ну, не было у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, такого метода своих сподвижников убивать. То есть они все равно были мусульманами, да? Они, за конечно. То, что они были мусульманами, за то, что они говорили «Ля илляха илляллах», конечно. «Мухаммад Расулла», поэтому они... Ага. За что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, собирался бы убить? За что? Угу. За что? Ну да, за то, чего пока они еще не делали. Это все не пророческая сунна, это не пророческая мудрость. Угу. Те люди, которые предлагают такие решения, я понимаю, что вы озвучиваете мнение некоторых людей, да, которые говорят, если так, почему посланник не сделал этого? Это методы, если бы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, такими методами распространял бы религию ислам, то изначально уже не было бы ислама. Да, не было бы испытания никакого. Вообще бы ничего не было. Да. Поэтому это не методы посланника. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, более мудрыми, намного более мудрыми методами и пользовался, которые не приносили пользу, не принесли результата как такового. Пользу принесли, но именно того результата, о котором мечтаем мы и который мы хотим увидеть, той пользы нет. Они все равно свое учение, свою тьму навязали исламскому уме. То есть все равно это испытание должно было совершенно верно. Пройти это все свои этапы. Совершенно верно. Это весь исторический процесс, это изначальный план Всевышнего, и это должно было произойти, чтобы испытать верующих, и возвысить верующих. То же самое, в принципе, шейх Курбан, можно сказать,
Если нам зададут такой вопрос, то же самое мы можем сказать и про шайтана. Зачем Аллах шайтана создавал? Совершенно верно, да. Уничтожил бы он его сразу, не было никаких испытаний. Это все испытания, этапы испытания. Это все должно было произойти. Совершенно верно, абсолютно. И посланник выполнил свой долг. Да, он сделал все, чтобы дать людям свет. Он сделал все, чтобы указать людям путь. Он сделал все, чтобы дать людям максимум того, что им необходимо для того, чтобы следовать верному пути, следовать по свету. Но, несмотря на это, все-таки люди отошли, люди предали, люди баддалу ни'мат Аллахи куфра, как говорит Всевышний в Священном Коране, заменили ни'ма, заменили милость Аллаха, благо, дарованное им Аллахом, заменили на неверие. Баддалу ни'мат Аллахи куфра. Это Всевышний говорит именно об этих событиях. В толкованиях об этом говорится, в преданиях об этом говорится, что эти аяты толковались непорочными, как именно эти события, связанные с движением лицемерия. Баддалу ни'мат Аллахи куфра. Они заменили милость и великий дар, который был дарован им Всевышним, заменили на неверие, на неблагодарность. На низменные качества, на низменное поведение заменили. Поэтому ее светлость Фатима Тузахра, саламулла алейха, она должна была через это средство, через эти финансы, получаемые из Фадаки, это были огромные суммы, годовой оборот был внушительный, она была, должна была, то есть это задумывалось изначально так, что на этом должна была основываться, должна была быть платформой для распространения истинного учения ислама. Но так как противоположная сторона совершенно очевидно, что понимала, с какой целью посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подарил эти земли ее светлость Фатима Захра, саламулла алейхи, потому что эта женщина и вообще вся эта семья, семья ее светлости Фатима Захра, саламулла алейхи, ее дети, ее супруг, это люди аскетичные, это люди, которые жертвуют всем для других. Та же сура Халь-Ата. Вспомнить суру Халь-Ата, где говорится о кормлении солдата, кормлении пленного, кормлении обездоленного. И в толкованиях говорится, что 3 дня к их дому приходили в месяц Рамадан, приходили люди, которые просили еду. И они отдавали последнюю еду, которая у них была. Несмотря на то, что весь день голодали, месяц Рамадан. То есть, когда к ним на ифтар приходили люди и просили еду, они все отдавали. Это такие люди, отдают последнее другим. Но зачем им огромные средства? Зачем им этот фадак? Зачем им огромные материальные средства? Они прекрасно понимали, что они этими средствами будут противодействовать лицемерию и распространять, и навязывать миру свое учение, учение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что напугало лицемеров, и они были вынуждены. Конечно же, они первым шагом, буквально через несколько дней. Еще при жизни Фатимы Захры. Совершенно верно. Еще буквально через несколько, 2 или 3 дня, примерно, после кончины посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они ворвались в эти земли и выгнали всех работников ее светлости Фатимы Захры, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот интересен другой вопрос. Осуществил захват таким образом. Что они тем самым, то есть под каким предлогом они отобрали эти земли шейх Курбан? Есть ли у нас информация относительно Совершенно этого? Верно. Когда ее светлость Фатима Захра, саламулла алейха, пришла и потребовала, то есть она неоднократно посещала этих людей, приходила к этим людям, в том числе с ее, иногда приходила одна, иногда приходила со своим супругом, иногда с другими людьми приходила. И она каждый раз требовала, то есть это 5-6 раз как минимум она посещала по этому вопросу, по вопросу Фадака, посещала этих людей. И в первый раз она посетила с требованием вернуть ее собственное имущество. Она говорила, это мое имущество. Даже есть предание от его святости Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, где он ссылается на кануният, то, что называется, то, что в исламе есть положение, что если есть спорный момент, да, чье имущество, то презумпция всегда
на стороне того, в чьих руках это имущество находится. То есть, если есть какое-то имущество, относительно которого у нас с вами, например, есть разногласия, вы говорите, что это мое имущество, я говорю, это мое имущество, то если это имущество находится у меня в руках, в моем распоряжении, в моем владении, то для того, чтобы свою позицию доказать, вам нужно приводить доказательства. А мне доказательства приводить не надо. Не нужно. Потому что это у меня в руках. Ты, если утверждаешь, что это твое имущество, и поэтому она приходила и говорила, это мое имущество. Ты выгнал оттуда моих людей, моих управляющих, моих работников. И если так, то приведи доказательства, что это не мое имущество. На каком основании ты отбираешь это имущество? А он говорил, нет, это не твое имущество, это имущество общее. Это государственное имущество, это не твое имущество. При пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, не было государства. Управления не было, не было правителя, не было подчиненных. Был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему же тогда в руках ее светлости Фатима Захры, саллаллаху алейхи, это имущество находилось? И что он отвечал на это? То есть на что он ссылался? Ничего, ни на что не ссылался. Просто сила применения, обыкновенное применение силы государственного аппарата, возможности государственного аппарата. И когда он ссылался на то, что это имущество посланника, это не твое имущество, это имущество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он на это ссылался первое время, что это принадлежит его светлости посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И посланники не наследуют, если не ошибаюсь. И тогда она уже изменила тактику. Он так говорил, он имеет в виду. Нет, это... Пророки не наследуют. Нет, это потом. А, это потом было, да, то есть? И когда он уже, то есть все это происходило практически вживую, вот эти всякие оправдания и выдумывание разных предлогов происходило вживую. И когда она сказала, раз так, если это имущество посланника Аллаха, если ты отрицаешь, что это мое имущество, хотя это было у меня во владении, в распоряжении, и ты не привел никаких доводов, доказательств, не привел свидетелей, если ты утверждаешь, что это имущество посланника Аллаха, то все равно это должно принадлежать сейчас мне. Почему? Я наследую. Потому что это мое наследство. Да. Да. Я наследница своего отца. И тогда он просто на ходу придумывал эти хадисы. То есть это было придумано именно на ходу. Нету ни одного человека, который когда-либо утверждал, что слышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что пророки не оставляют наследников. И даже более того... То есть вы исследовали этот вопрос и пришли к выводу, что на самом деле такого хадиса не было. То есть он передает этот хадис, то, что он услышал, да, говорит? То есть да, я слышал. Кроме него никто этот хадис не передает. И более того, до этого момента, до того, как она потребовала свое наследство, никто этого, в том числе и сам этот человек, никогда не озвучивал эти слова. Он просто на ходу это придумал, выдумал это. И... Да, даже более того, скажем, что есть единогласное мнение мусульманских ученых, не только шиитских, и суннитских, единогласное мнение суннитских ученых, что пророки оставляют наследство. Угу. И ссылаются на это на что? На аят священного Корана. Да. Где говорится, что Давуд наследовал Сулейману. Совершенно верно. Это аят священного Корана. И все единогласны, что пророки оставляют после себя наследство. И поэтому это было всего лишь навсего попыткой защитить свою позицию. Ее светлость Фатима Таз-Захра, саламу алейха, неоднократно приходила и пыталась вразумить этих людей и объяснить этим людям их ошибку. Но все это было тщетно. Я ознакомлю вас с одним из преданий. Относительно чего? Относительно одного из ее визитов, когда она пришла. И этот хадис дошел до нас в Сахих Бухари. Этот хадис есть в Сахих Бухари. Сахих Бухари, я думаю, не нуждается в разъяснении. Это хадис 29-26. 29-26. Сахих Бухари. И предание передается от Аиши, супруги посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которая сказала: «Инна Фатима алейхи салам ибната Расулуллах, Расулиллах». Фатима, дочь посланника Аллаха, саалат Абу Бакр ас-Сиддик баъда вафати Расулиллахи ан юксима лаха мирасаха. Она пришла к Абу Бакру, ее светлость Фатима Таз-Захра, саламу алейха, и попросила отдать ей ее долю наследства. Ан юксима лаха, ан яксима лаха мирасаха, чтобы отдала ей ее долю наследства.
Факаля Абу Бакир. А еще говорит, что Абу Бакир сказал: «Инна Расул Аллахи каля ла ну расу ма таракна садака». Мы не оставляем наследство. То, что мы оставляем, является благотворительностью. Все наше имущество, оставленное после нас, это благотворительность. И обратите внимание, на что я хочу обратить внимание в этом предании именно. Фагадабат Фатима. Ее светлость Фатима разозлилась. Бинта Расулилля. Фатима бинта Расулилля гадабат. Дочь Фатима, дочь посланника Аллаха, разозлилась. Фахаджарат. Хаджарат, то есть в разных, когда один человек не разговаривает с другим, то есть он находится в нем во вражде. Бывает у нас, когда, допустим, знакомые или друзья, или какие-либо близкие, которые общались, перестают друг с другом общаться. Что это означает? Вражда. Начинается вражда. И в этом случае используется хаджарат. Хаджара. И она перестала разговаривать с ним. То есть она приняла позицию вражды по отношению к Абу Бакру после того, как он выдумал этот хадис и таким образом оправдался. فحجرت أبا بكر فلم تزال مهاجرته حتى توفيت. Ее вот эта вражда с Абу Бакром продолжалась до тех пор, пока она не ушла из жизни. وعاشت بعد رسول الله ستة أشهر. Ну, после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорится, что она жила 3 месяца. Если не ошибаюсь, 6 месяцев. Ситта ашхур. Да, прошу прощения. 6 месяцев. Но я на что хочу обратить внимание. Ну, это согласно, конечно, утверждению. Да, совершенно Бухари. Этому преданию. Ну, не важно, 3 месяца, 6 месяцев, 5 месяцев и так далее. Большого значения на самом деле не имеет. На что я хочу обратить внимание. Хаким Нишабури, мы приводили ранее предание. В этом предании Сахих Бухари говорится «Гадабат Фатима». Она была разозлена и враждовала с Абу Бакром. А что говорит Хаким Нишабури со слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? «Инна Аллах ягдабу». Бигадабики, ваярда биридаки. Это слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обращенный к ее светлости Фатима аз-Захра, саламу алейха. Всевышний гневается твоим гневом, о Фатима, говорит. Это Хаким Нишабури, который предание, которое сам Хаким Нишабури назвал достоверным, обладающим достоверной цепочкой передатчиков. И эти слова, этот хокм повторил Захаби, Шамсуддин Захаби. Сказал, да, это достоверное предание. Где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, изволил сказать, Всевышний гневается твоим гневом, о Фатима, и доволен твоим довольством, о Фатима. А что говорится в Сахих Бухари? Гадабат Фатима, ва хаджарат Абу Бакр. Она разгневалась, начала вражду с ним, ее вражда не прекращалась до тех пор, пока она не ушла из жизни. До самой смерти она враждовала с Абу Бакром. Значит, тем самым мы понимаем, что сам Аллах был разгневан на Абу Бакра. Совершенно верно. Или же, например, в другом предании из Сахих Бухари. В самом Сахих Бухари предание под номером 37.14 со слов его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, передается, что Фатимату бадатун минни, что Фатима является частью меня. Фаман агдабаха агдабани. Тот, кто разгневал Фатиму, тот разгневал меня. Это слова посланника Аллаха из Сахих Бухари. Поэтому роль и свойства, качество гнева ее светлости Фатима аз-Захра, саламу алейха, необходимо понимать именно в контексте этих достоверных преданий. Вот что Хаким Нишабури после этого предания говорит, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что Аллах гневается твоим гневом и доволен твоим довольством, о Фатима. Хада хадису сахиху лиснат лям валям юхриджаху. Что это предание имеет достоверный иснат. Это слова Хакима Нишабури в Аль-Мустадраке. Мустадрак это хадис под номером 4730. Поэтому это тьма. То есть это борьба, ее свойства, ее качество борьбы, ее светлости Фатима аз-Захра, саламу алейха, с этой партией и с этим движением. Лицемерие имеет совершенно
очевидные и понятные свойства. И даже более того, обратите внимание, в Хаким Нишабури также приводят еще одно важное предание. От Аиши также приводят предание под номером 4756. Вот что говорит Аиша, говорит: «Ма раайту ахадан кана астага лахджатан минха». Я не видела, Аиша говорит, что я не видела никого правдивее, кого? Фатимы. Никого не видела правдивее Фатимы, илля ан якуна ллади валадаха. Разве что ее отца. То есть Аиша говорит, что я не видела никого правдивее Фатимы, кроме ее отца. А где же ее собственный отец? Где здесь ее собственный отец? Фатима Захра, саламула алейха, говорит, это мое имущество. Да. Она требует свое наследство. Требует это имущество как наследство. Она гневается на него, на этого человека. Гневается и враждует с этим человеком. Это как сообразуется с этим хадисом, о котором Хаким Нишабури говорит: «Хаза хадисун сахихун аля шарти муслим, валям юхарриджаху». Но они не привели, ни Бухари, ни Муслим не привели это предание. И в Тальхисе Шамсуддин Захаби про это предание, про правдивость ее светлости Фатимы Захры, саламу алейха, говорит: «Аля шарти муслим». Да, это предание достоверно согласно условиям Муслима. Что значит согласно условиям Муслима? Что все передатчики являются передатчиками достоверно из Муслима. А, из Муслима, да. Все передатчики являются сахих Муслима. «Аля шарти муслим» имеется в виду Муслима. Или же в другом предании также «Маджма'у Завайд Нуруддин Хайсами» приводит. Нуруддин Хайсами приводит предание от Аиши также. «Ма раайту афдаля мин Фатима». Она говорит, что я не видел никого возвышеннее Фатимы, гейра абиха, кроме ее отца. Выше Фатимы, достойнее Фатимы не видела никого, кроме ее отца. Это слова Аиши. «Калят». В предании говорится, что был спор между Аишей и Фатимой, и когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, вмешался в этот спор, он хотел выслушать обе стороны. Но Аиша сказала: мою сторону слушать нет необходимости, она все скажет как есть. В этом хадисе говорится. И обратите внимание, Хейсами говорит, что «Раваху табарани фил аусат ва абуяла, илля аннаха калят, ма раайту ахада накат, астаку мин Фатима». Что табарани и Абу-Яла также привели это предание, но там немножко выражение отличается. В выражении Табарани и Абу-Яла Аиша сказала, что я не видела никого никогда правдивее Фатимы. И после этого предания «Риджалу хума, риджалу сахи». Хаким Нишабури говорит, что все передатчики являются передатчиками Бухари или Муслима, то есть «Риджалу сахи». И то есть это хокум Нуруддина Хайсами, Маджма Уззавайд. Поэтому, спасибо вам большое. Да, я прошу прощения. Поэтому история, она совершенно очевидна. Вообще, из чего состоит? Из чего состоит? В чем ее суть и каковы выводы в данном случае? Конечно, и здесь мы замечаем, согласно этим хадисам, которые являются достоверными, согласно именно школе оппонентов, то, что на самом деле Фатима Захра, она являлась праведной женщиной, и она никогда не могла солгать, и тем более в вопросе Фадака, так как она была человеком довольством, который доволен Аллах, и гневом, который гневается Аллах. Шейх Курбан, спасибо вам за эту прекрасную речь. Да вознаградит Аллах вас лучшим вознаграждением. Мы заканчиваем нашу передачу и мы просим, чтобы Всевышний Аллах наставил нас на путь истинный, на путь Фатимы Захры, саллаллаху алейха. Уважаемые братья и сестры, на этом я с вами заканчиваю нашу передачу. Иншаллах, мы с вами продолжим на следующей передаче обсуждение других моментов, которые также касались именно истории, я думаю, с Фадаком. Я думаю, осталось что сказать нашему шейху относительно этого вопроса. В любом случае, до новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.